Всем привет, дорогие друзья, вы на канале IT-Доктор. Данный видеокурс посвящен изучению редактора Brave. Сегодня мы установим плагин Emmet. Это один из самых основных плагинов для работы при верстке. Зайдем в редактор Brackets, перейдем в менеджер расширений. В поиске введем Emmet и скачаем данный плагин. Нажимаем кнопочку «Установить». Ждем, пока плагин будет скачан с сайта. Установка завершена успешно. Закрыть. Сейчас я продемонстрирую несколько основных функций, которые выполняет данный плагин. Создаем файл. Для чего нужен данный плагин? Этот плагин позволяет нам очень быстро, практически мгновенно набирать код любой сложности, что значительно ускоряет нашу работу. Можно писать готовые выражения, конструкции, после этого мы нажимаем кнопку Tab и разворачивается структура. Для примера. Теперь я нажимаю клавишу Tab, и мы видим, что у нас создается структура div с классом main, внутри нее 5 ссылок и заданный текст. Ссылки просто указывается решетка, а в дальнейшем мы можем это заполнять. Либо же нажимаем восклицательный знак и Tab, и у нас появляется готовая структура HTML5 документа. Это мы будем рассматривать в курсе о языке гипертекстовой разметки HTML. Например, мы можем очень быстро писать любой тег. Div и Tab. Сразу открывается div и закрывается. Либо мы можем написать div.main, что в итоге нам создаст блок div с классом main. Также можно ввести просто текст, например, lorem 20, Tab. Создается текстовая строка, состоящая из 20 слов. Я показал вам некоторые из функций, которые можно выполнять с помощью плагина Emmet. Дальше мы рассмотрим их более подробно. И вы сможете изучить их еще более детально с помощью документации на официальном сайте. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео и писать в комментариях ваши пожелания. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и нажимайте колокольчик. Вся информация и ссылки на сайты будут в описании под видео. До новых встреч!